Богомолу здесь понравилось. Он сидит, чистит лапки, шевелит своими усиками. Уходить не хочет. То на платье лезет, то на сумку лезет. Сейчас он лапками своими, видимо, умывается и никуда не уходит. Вот есть же такие бесстрашные насекомые. Гляньте, как он интересно усиками шевелит. Никуда не уходит. Как будто что-то жует. Но он ничего, по-моему, не ел. Он как у нас здесь оказался, так никуда и не хочет уходить. Я его пыталась прогнать, чтобы он пошел на траву к своим родственникам, к своим друзьям. Он сидит здесь и что-то жует во рту непонятное. И никуда не идет. Очень спокойно себя ведет, даже очень нагло. Вот, посмотрите, чистит свои лапки. И если ему, допустим, подставить палец, он еще начинает в угрожающей позе становиться. Гляньте. Нет, что-то он сейчас подобрел. Все равно что-то жует, жует. Такой интересный богомол, конечно. Вот, гляньте, умывается. Моет лапками свою мордочку. Вот такие дела. Вот это мы на Ейском лимане находимся. И вот тут такие чудеса встречаются. Абсолютно бесстрашное насекомое. Причем выпрыгнул из ямы, которую выкопал мой ребенок. Вот мой ребенок, смотрите, копает яму у нас на лимане. И оттуда прямо выскочил этот богомол. И выскочил не чтобы убегать. Он стал около нас находиться. Он стал ползать. Лазить по моим вещам. Особенно ему понравилось мое платье цветное, потому что оно очень яркое, очень синее. И вот сейчас залез на нашу сумку и сидит, как ни в чем не бывало. Что-то там жует, чистит свои ножки. В общем, такое животное, уверенное в себе, очищает свои лапки. Посмотрите, как он интересно это делает. Прям все очищает тщательно. И никуда не уходит. Вот какие интересные насекомые бывают. Гляньте. Он просто пришел, сел к нам и проводит тщательно свой вечерний мацион.